Всем привет! Сегодня я бы хотела рассказать вам о шоу брит или пэт классе собак. Что это такое? Как же разобраться в классах собак? Когда вы планируете покупку щенка или собаки конкретной породы, вы точно столкнетесь с этими словами. Что же это значит и как не ошибиться с выбором? Сразу скажу, что даже в самых крутых и известных питомниках есть щенки всех классов. И цена на этих щенков обычно сильно отличается. Поэтому, если вы планируете щенка для себя, не бойтесь писать известным заводчикам. Если же заводчик утверждает, что имеет щенков только самого высокого качества, то лучше бежать от такого заводчика, даже если вы ищете именно такого щенка. Теперь конкретно к классам. Начнем с самой дешевой категории PET. PET – это щенки или собаки, не перспективные для выставок и разведения. Такие щенки могут иметь недостатки в анатомии, характере или иметь дисквалифицирующий порог. Например, неправильный окрас, больше или меньше размер, рост или вес. Но стоит знать, что эти пороки не должны никак влиять на жизнь и здоровье щенка или собаки. Собак, имеющих проблемы со здоровьем, отдают даром или за незначительную плату. Но важно понимать, что содержание такой собаки может обойтись вам в разы дороже, чем покупка здорового щенка. Следующий класс – это брит-класс. В него входят щенки и собаки, не имеющие дисквалифицирующих пороков, перспективные для разведения. Возможно, они имеют незначительные недостатки. Обычно такие собаки несут в себе хорошую родословную и желаемый тип породы. При правильном подборе пары они могут родить вполне звездных деток. Такой класс обычно стоит дорого. Ну а самый дорогой класс собаки – это шоу-класс. Такие щенки перспективны для выставок и разведения и будут очень любящими домашними питомцами. Эти собаки близки к идеалу. Конечно, для побед в ринге нужно много чего вложить в щенка, но перспектива высока. Стоит заметить, что щенки нередко меняются и переходят в другой класс с возрастом. Если же хотите быть уверенным в классе, то имеет смысл покупать подростка или взрослую собаку. Не стоит этого бояться. Теперь вы сможете правильно выбрать себе питомца. Всем пока!